Дорогие подписчики канала Кэтфэмили, сегодня мы рассмотрим вот такой вот картофель. Ну, не знаю, не картофель чистку, а штучку для чистки овощей. Стоит она копейки, по-моему, 58 гривен. Заказывали мы ее в розетке. Сейчас мы ее посмотрим. Что она мне нравится? Она мне нравится, что я левша, а она для левшей. И очень обалденная штучка. В общем, вот такая вот эта штука. Подходит для левшей, для правши. С такими защитными штучками. Вот. Мне понравилось вот такой вот салатовый. Кстати, его служит очень долго. Предыдущая у нас служит уже, по-моему, лет 10, если не 11. И, ну, немножко затупилась и решили обновить. Ручка очень классная, силиконовая. Вот, написано овощечистка, силиконовая. А, овощечистка, силиконовая ручка. Вот. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. С вами был канал Кэтфэмили. Спасибо, что досмотрели до конца.